Маленькая спявачка с дорослым голосом. 12-годовая могилевчанка Злата Рыжикова привезла гран-при с международного фестиваля музыкально-мастацкой творчести «Славянские сустречи». На конкурсе она выконала песню королевы джаза Эллы Фицджеральд. Гэты твор Эллы Фицджеральд складаны для выканання нават для дарослага. Злата выканала яго бездакорна і стала лепшай сярод 70 вакалістаў з Расіі, Беларусі, Украіны, Казахстана. Над песняй свайго куміра яна працавала паўгода. Там нет слов. То есть ты сидишь, слушаешь, запоминаешь разные звуки, там слова, ну как бы такие вот из состоящие из разных там слогов. То есть похоже на какие-то музыкальные инструменты, как издаются какие-то звуки. У этой маленькой девчонки дорослые амбиции и отказность. Каже педагог Златы, спявачка Уляна Шэлах. Калі магілёўская зорачка ставить мэту, яна крок за кроком ідзе да яе. Пра талент і працу. Она поет всегда, везде, и дома, и в школе, и на остановке. Такой бесконечный процесс. Если ты в это ввязался, влюблен в музыку, в творчество, все, круглосуточно. Акрамя гран-при, Злата Рыжикова атрымала запрашэнне на международный фестиваль «Чароўны свет куліс» у Санкт-Петербург. Пройдзе ён у лютым. Ірына Бардзіловская, Александр Артемьев, «Навін регіён».